Здравствуйте, с вами канал NameDB. В этом ролике мы расскажем о токсичных качествах каждого из знаков зодиака. Овен. Взрывной характер. У вас есть страсть, у вас есть решимость и у вас чертовски вспыльчивый характер. В то время как ваша огненная натура и так заставляет все ваши эмоции накаляться, ваш гнев, как правило, вызывает наибольший накал у всех, включая вас самих. Конечно, злиться – это абсолютно нормально. Но ваша ярость часто заходит слишком далеко и переходит все границы. Помните, что борьба с огнем при помощи огня сделает лишь хуже. Телец. Упрямство. Вы один из самых приземленных знаков зодиака. Настолько, что застреваете на месте и не выходите из зоны комфорта. Будучи фиксированным знаком, вы склонны быть чрезвычайно своенравным. Даже если факты говорят о том, что другой путь, кроме вашего собственного, является лучшим маршрутом. Постарайтесь быть немного более гибкими. Вы не можете всегда ожидать, что все остальные будут подчиняться. Вам стоит рассматривать и другие варианты. И не только те, что находятся в вашей голове. Близнецы. Неумение быть одним. Вы так любите общаться, что это почти доходит до клиники. Хотя дружба невероятно важная часть жизни, в жизни есть нечто большее, чем постоянное окружение другими людьми. В конце концов, есть еще одни отношения, которыми вы пренебрегаете, поступая таким образом. И это те отношения, которые у вас есть с самим собой. Вы не умеете оставаться наедине со своими мыслями, потому что боитесь их. Но как только вы поймете, что в них нет ничего страшного, жить вам станет гораздо проще. Рак. Стены, которые вы воздвигаете. У вас есть склонность быть чрезвычайно замкнутым, даже по отношению к тем, с кем вы наиболее близки. Вы склонны замыкаться в себе и не впускать никого внутрь своей души. Вы делаете это для самозащиты. Но ваши скрытые стены не защитят ваше сердце так, как вы думаете. Они просто сделают вас одиноким и несчастным. Перестаньте обороняться от солнечной погоды и легкого ветерка. Мир не уничтожит вас, если вы будете более открыты. Лев. Непомерное эго. Вы, наверное, самый гордый знак зодиака. Вы знаете себе цену и хотите, чтобы все остальные тоже это знали. Но с большой гордыней приходит еще больше проблем. Вы не любите, когда оспаривают ваше мнение. Вы ненавидите извиняться, потому что вам ненавистна сама мысль о том, что вы не правы. Конструктивная критика – вы никогда о ней не слышали. Ваше чрезмерное желание быть правым мешает вам больше, чем вы думаете. Дева. Перфекционизм. Вы не терпите работы в полсилы. Для вас фраза «лучше завершить, чем доводить до идеала» – полный бред. Вы всегда стремитесь прыгнуть выше собственной головы. Беспорядок – это ваше представление об аде. Вам нужно, чтобы ваша жизнь выглядела и чувствовалась нетронутой, чтобы она была стоящей. Но эта потребность в совершенстве делает вас невероятно критичным как к себе, так и к другим. Вы всегда ищете что-то неправильное, чтобы исправить это. И это утомительно, как для вас, так и для всех вокруг. Весы. Отстраненность. Вы настолько беззаботны, что кажетесь совершенно отстраненными. Честно говоря, скорее всего, именно вы изобрели слово «наплевать». Вы живете по принципу того, что вам все равно на все. Вы плывете по жизни, потому что не хотите чувствовать себя привязанным ни к кому и ни к какому месту. Но ваша натура плыть по течению делает вас невероятно легко поддающимися влиянию. И вы изо всех сил пытаетесь занять жесткую позицию по большинству вопросов. Не забывайте, что это нормально – заботиться о чем-то и показывать, что вам это тоже не безразлично. Скорпион. Ревность. Вы самый собственнический и ревнивый знак из всех. Даже тот факт, что кто-то из близких поздоровался с кем-то, заставляет вас нервничать.
Вам нужно научиться ослаблять контроль над своими отношениями и перестать быть таким контролирующим. Как говорится, если что-то любишь, отпусти это. Вам нужно доверять другим настолько, чтобы оставить их в покое. В противном случае, почему вы вообще с ними? Стрелец. Легкомысленность. Вы чертовски взбалмошный. Вы не можете слишком долго сидеть на месте, иначе в итоге почувствуете себя подавленным и замкнутым. Это относится ко всем сферам вашей жизни, от вашей работы до ваших отношений. Вы постоянно меняете свою жизнь, чтобы оставаться заинтересованным в ней. Но бегать от одного к другому гораздо утомительнее, чем вы думаете. Вам нужно безопасное место, чтобы отдышаться. Вам не нужно, чтобы все было стабильно, но вам нужен какой-то якорь. Найдите его. Козерог. Неспособность попросить о помощи. Вы амбициозны по своей натуре. У вас есть свой контрольный список, и вы всегда добавляете в него новые задачи и цели. Вы любите чувство выполненного долга, особенно когда речь идет о вашей карьере. Но это делает вас немного помешанным на контроле. Вы ненавидите делегировать полномочия. И хотя вы действительно со многим справляетесь, в результате вы становитесь измученным и обиженным, что вам приходится тащить все на себе. И тут вы противоречите самим себе. В этом победы нет. Водолей. Пессимизм. В ваших глазах вы не пессимист, вы реалист. Но как так получается, что вы всегда, кажется, находите во всем худшую сторону? Почему уныние так или иначе окутывает абсолютно все, что вас окружает? Попробуйте смотреть на мир не с такой мрачной стороны, потому что в нем есть много хорошего и прекрасного. Начните замечать красоту в мелочах. Начните радоваться мимолетным мгновениям. И тогда вам станет гораздо проще воспринимать реальность, не падая в пучину пессимизма. Рыбы. Чрезвычайная чувствительность. Вы самый чувствительный из всех знаков зодиака. Оскорбленные чувства – это ваше состояние покоя. Плотина за вашей чувствительной душой всегда угрожает прорваться. Все кажется таким, как будто ваших чувств слишком много, но в то же время их недостаточно. Хотя позволять себе чувствовать все, что вы делаете, является важной частью вашей жизни. Вам стоит перестать воспринимать все настолько близко к сердцу. Перестаньте плакать из-за всего подряд и винить в этом всех вокруг. Возьмите себя в руки и оставьте слезы для другого раза. Иногда нужно просто не обращать внимания на шум извне. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!